Здравствуйте! Сегодня я хочу приготовить рулетики овощные из кабачков. Для этого я приготовила кабачки, орехи грецкие, сыр, 2 зубчика чеснока небольших, 2 морковки, сельдерей, зеленое яблоко, соль, если понадобится, может быть, по вкусу. Сельдерей, трубочки. Тоже тру на этой же терке яблоко зеленое. Сердцевинку я выбрасываю. Также натираю морковку. Орешки измельчаем ступкой и вставляем в пакетик. Можно слегка подсушить их на горячей сухой сковороде, прежде чем раскатывать их. Я не стала это делать. Теперь займемся кабачками. Я отрезаю в них вот эту часть и слегка у носика. Теперь вот этой овощечисткой хочу снять такие дольки. Тонкие такие пластинки, в которые будем заворачивать фарш. Возможно, даже хватит одного кабачка, потому что тоненькие-тоненькие пластинки, получается их очень много. Так, у нас все практически готово. Осталось еще выдавить чеснок и завернуть рулетики. Смешиваем ингредиенты. Морковь, сельдерей, яблоко, орешки. Добавляем чеснок. Чеснока совсем немножко. Все перемешиваем. Добавляем сыр. Где-то 2-3 столовые ложки без виска. Слегка подсаливаем и перемешиваем и пробуем на вкус. Решила добавить еще сок дольки лимона. И все можно заворачивать. Итак, начнем заворачивать рулетик. Идем начинку в центр. Немножко так ее делаем, как раздвигаем стороны. И вот так слегка внахлёст так заворачиваем рулетик. Краешек можно выровнять вот так вот. Так, у нас получаются вот такие симпатичные рулетики, которые очень малокалорийные. Потом сельдерей, чеснок способствует похудению. Я думаю, это очень приятно, когда красиво оформлен салатик. Кушать, конечно, нужно сразу, потому что все эти овощи свежие и выделяют сок. И все полезные питательные вещества, можно сказать, уйдут в сок. Приятного аппетита!